Сегодня по пути исследования домой мы решили посетить Ульяновский музей. А где ты увидел это? Ульяновский музей гражданской авиации. А, нет, я не на Ан-14 летал. Я летал на Ан-24. Но он такой же. Чуть-чуть побольше. Первый полет состоялся 14 марта. Экипаж. Классно, этот маленький. Иди, вставай. Ну, что-то я их вообще не видел. А ты стоишь? Да, ну я не видел ничего. На меня смотри. Получилось? Да. Я вот скажу. А там здесь что? Закрыто, наверное. О, а там вообще первые самолеты. Вон добролет какой-то. СССР. А может вход был там? Нет, вот. Они закрыты здесь. Да, наверное, а это этот Р-5, наверное. Или У-2. Вот этот вот. Да нет, вход мы прошли, Наташа. Это или У-2? Или Р-5? О, Ан-24, вот на нем я летал. Ан-24. Слушай, не, подожди, я и на таком летал, и на Ан-14 получается летал. Ближний магистраль, первый полет. На этом я тоже летал. О, пошли, они вон 104 идут. Это они заплатили 100 рублей.